Вот сколько было задействовано камер в съемках этой передачи. Будем говорить поздравительные. Тадри та 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 там, тадри та та ра там, тадри та та ра та да 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 та 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 там, ту да да па па и да да па па, па мари ба пам, та мари ба дрим ба тум ба дри па пу пу пам, ух да ри па па и да ри па па, чу ба ри би дам, та мари ба дим ба дим ба дри ба дим би дам, та да та 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 там, да дри та та ра там. Какую технику я использую для съемок своего видео? Видите? Экранчик Lilliput Canon Mark III объектив, профессиональный штатив, аккумуляторики, даже здесь двойные. Не хухры-мухры. Освещение я вам показывал. Вот он второй стоит. Марк III, Lilliput. Все это установлено. Deadlight. Подсветка. И различные гарнитура цепляется для звука на телефон, с телефона. Плюс вот опять Mark III. В свое время я мог себе это позволить и позволил, мог куда-нибудь потратить деньги, но этого не сделал. Вот и четвертый у нас Mark III. Плюс различные к нему еще объективы. Это уже использую
видеокамеру, а как фотоаппарат. С ним хожу, снимаю. Специальный кейс Canon. Открываем. Три объектива. Два здесь. Это портретник Carl Zeiss. Carl Zeiss. И один Canon. Еще здесь. Вот такой вот. Со стабилизатором. Ультрасоник. Плюс вот такой вот рюкзачок. Здесь у меня имеется Sony. Две камеры Sony. Прибамбасы, различные крепления. Когда что-нибудь буду снимать про машинки. Аккумуляторы. Кстати, аккумуляторы уже поздыхали все. Пульты. Это что у нас? Это у нас от сети, чтоб работало. Вот. И вот она еще. Кинокамера Sony стоит. Здесь прекрасный аккумулятор. Остальное все уже село. Надо выбрасывать, покупать новое. Предстоят расходы. Штатив, естественно. Ну, это я тут немножко музицирую. Это еще клавиатура. Это я думаю сочинять музыку. Ну, остальное все для творчества. Компьютер один. Компьютер другой. Устаревший. Третий. Четвертый, пятый, шестой. Раз, два, три. Можно выбрасывать. А на этом я работаю. Карточки, скандиск, на которых только что записывалось. Естественно, GoPro. С GoPro я снимаю. На GoPro две GoPro, можно снимать под водой. Это к ним специальные экранчики, вы можете пристегнуть этот экранчик и снимать, что у вас там будет. То есть вы будете видеть, что вы снимаете. Полный комплект. Это аккумулятор для GoPro. Часы стоят на зарядке. Угу, заряд 67%. Имеется еще макро объектив для Canon, что-нибудь снимать такое этакое. То есть можно сказать полностью укомплектован, только работой.